Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Малахов, прямой эфир от 3.02.2020. Влад Бахов, пятая часть. Влад Бахов, прямой эфир. Пора называть фамилии. Друзья, вот и вышла передача, которую мы все так долго ждали. Я считал, что она наделает много шума. Будет скрыто то, о чем так упорно умалчивали. Заданы те вопросы, которые у нас у всех на устах. Но, на мой взгляд, этого не произошло. После просмотра видео я решил сделать обзор данной передачи. Рассказать свое видение того, как, опять же, на мой взгляд, она должна была пройти и какие вопросы должны были быть заданы. Этот обзор не суперспециалиста в данной сфере. Если хотите, то даже мнение диванного критика, как нас всех называл руководитель Сальвара. Друзья, для начала хочу сказать все-таки огромное спасибо Андрею Малахову за то, что он провел эту передачу. Тема эта довольно-таки резонансная, и не удивлюсь, что им поступали предложения не делать этого. Но все же вопросы, которые были заданы, не совсем те. Вся эта передача напоминала мне просто посиделки каких-то бабок на лавочке, цель которых просто поговорить и разойтись. Конечно, говорить надо, и правильно, что это они делают и не замалчивают. Но ведь возможности у всех разные. Говорить могу я или тот же Будда Гришна, привлекая тем самым внимание общественности. У нас нет таких больших возможностей. Мы слишком маленькие рыбки в этом мире. У программы Малахова все же совсем иначе. У них есть возможность пригласить специалистов в этой сфере, чтобы те задавали не просто вопросы, а оперировали фактами и прижимали к стенке. Вопросы без воды. Сидят же журналисты, депутаты. Вопросы те же, что и на первой, второй, третьей, четвертой частях передачи. Все они уже были заданы. Ничего нового. Сидят, рассуждают, как Влад мог превратиться в то, что в итоге потом нашли. Был бы настоящий профессионал своего дела, тот бы сразу сказал, что это невозможно. Совсем другой временной отрезок для этого нужен. Подкрепил бы все это фактами, и вопрос закрыт. Тут же мусолят непонятно что. Догадки озвучивают. Сколько времени для этого заняли? А может так или так? Не может. Прохождение этих процессов подчиняется законам, как и все в этом мире. А если есть законы, то и определенные временные рамки для этого есть. И чудес тут не бывает. Хотя одна дама заявила, что найти помогло чудо. Не согласен. Не знаю, как это называется, но знаю точно, что не найти Влада столько времени называется халатностью. И это факт. Юрий Васильевич в очередной раз меня удивил. Говорит, боялись замочиться. Я, конечно, понимаю, что этим занимаются в основном добровольцы, но если уж вы взялись за это дело, то не бойтесь этого. Вы же не грибы ищете, а человека. Ладно, я все пойму. Мокро, холодно и страшно вам там. И плюс, как он говорит, и спроса с них нет вообще. Сообщите сотрудникам, что там вы не искали. Промокнуть боимся. Для чего в заблуждение вводите? И я как диванный эксперт предполагаю, что ответственность за это тоже должна быть. Вот это специалист, которого так не хватало на передаче, и должен был сказать. Также не понимаю, почему эти вопросы Юрию не были заданы сотрудниками, которых отправил Бастрыкин. Если бы они были заданы, то никто бы не сидел сейчас и не улыбался. Лицо другое было бы. Если уж ты руководишь организацией, согласился стать ее руководителем, понимая, что это за работа и какая на тебя ответственность, будь добр, исполняй ее достойно. Не бойся промокнуть сам и требуй от этого людей, которые пришли помогать. Не можешь этого сделать? Уйди. Пусть на твое место придет человек, который может и хочет это делать. Который готов качественно работать, достигая поставленных задач и целей. Другими словами, работать на совесть. Фотографии с коптера. Для чего он там вообще летал, если то, что он наснимал, никому не было интересно? Объем большой. Смотреть долго? Долго, не спорю. Но ведь это явно кому-то было поручено. И даже за это зарплату кто-то получает. Фамилию почему не назвали? Лично я бы хотел знать, кто эти герои, и сразу информацию, что ему за это будет. Для чего коптер столько времени гоняли, если и дела никому нет, что он снимает? Ответственного за это ведите на программу? К нему тоже вопросы. А вы сидите и родителям задаете вопросы. Они еще в третьей части на все ответили. Не нужно лишний раз их дергать. Посмотрите на них. А вот у этого человека есть что спросить. Почему он не присутствует? Друзья, на этом пока прервемся. Продолжение обзора будет в следующем видео. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал
не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующего выпуска.